Здравствуйте, уважаемые друзья! Добрый вечер, коллеги и партнеры! Добрый вечер, гости, если таковые присутствуют на нашем сегодняшнем вебинаре, первом вебинаре в 2019 году. Даже немного соскучился, рад вас всех приветствовать на наших комнатах в социальных сетях и в комнате Мирополис. И, как обычно, по традиции, хочу спросить, хорошо ли видно вам слайды, хорошо ли видно меня самого, слышно отлично или нет. И если у вас есть какие-то трудности с тем, что я перечислил, предлагаю просто перезагрузиться, может быть, войти под другим, скажем так, при помощи другого браузера в нашу комнату, для того, чтобы в течение ближайших там где-то 40 минут, постараемся довольно сжато сегодня с вами поработать, прослушать ту информацию, которая традиционно дается на наших вебинарах, посвященных инновационной транспортной технологии SkyWay и возможностью инвестирования в данную технологию. То есть вторая часть нашего вебинара – это инвестиционное предложение компании SkyWay Capital, то, с чем мы работаем на протяжении уже, скажем так, 3 с лишним лет. Кстати, 2019 год, февраль месяц, конец, осталось совсем немножко, да, мы будем, ну, это не юбилей, но, тем не менее, будем отмечать 4 года работы компании SkyWay Capital. Итак, друзья, данный вебинар, по традиции, в первую очередь, он предназначен для тех людей, которые пришли разобраться в информации, для тех людей, которые интересуются возможностями инвестирования, да, которые хотели бы иметь свой собственный бизнес. Для тех людей, у которых уже есть бизнес, но они хотели бы увеличить свой доход, да, в первую очередь пассивный доход. Для тех, для кого такое слово MLM является привычным, да, потому что у нас есть огромное количество людей, прошедших работу в данной индустрии, вот, и на сегодняшний день получающих серьезный дополнительный источник дохода. Вот. Для тех людей, которые не безразличны к экологии, для тех людей, которые не безразличны к теме сохранения, скажем так, нашей планеты для потомков. Ну и, в принципе, для всех тех, кто заинтересован в улучшении финансовой составляющей своей собственной жизни и обеспечении, скажем так, финансовой независимостью своих потомков, детей, внуков и так далее, и так далее. То есть тех людей, которые не безразличны к теме дохода. И, скажем так, для тех людей, которые стремятся к тому состоянию души, когда вы просыпаетесь утром и начинаете делать то, что вы любите, да, а не то, что, скажем так, вам приходится делать для того, чтобы, ну, зарабатывать какие-то деньги на эту жизнь. Вот. Это мне нравится выражение кого-то из великих, да, то есть финансовая независимость – это то состояние, когда я что-либо буду делать для себя не ради денег и никогда не буду делать то, чего, скажем так, я не хочу за деньги. Вот таким вот образом. Итак, друзья, первая часть. Мы кратко с вами поговорим о технологии, разработанной Анатолием Эдуардовичем Мельницким под названием SkyWay. SkyWay в переводе с английского означает «небесные дороги», да, то есть Sky – это небо, Way – это путь или дорога. Вот. А вторая часть, как я уже говорил, будет посвящена тематике инвестиций в данную технологию. И сразу же хочу сказать, что технология SkyWay, она в первую очередь, 97%, да, как мы говорим на наших вебинарах, касается тематики транспорта. То есть транспорт – это та отрасль, которая, по сути дела, затрагивает большинство людей, живущих на нашей планете. Ну, за исключением тех, кто живет где-то на островах, там, в джунглях и так далее, и так далее. То есть большинство из нас каждый день приходится перемещаться по поверхности нашей планеты, кому-то на учебу, кому-то на работу, кому-то, скажем так, в отпуск, кому-то по каким-то другим причинам, да, нужно использовать транспортные системы, которые мы с вами используем на протяжении, скажем так, нескольких тысяч лет, например, водный транспорт, да, и уже значительно более 100 лет еще 3 транспортные системы, такие как железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт и воздушный транспорт. Кстати, вот буквально в эти выходные дни, которые у нас были после того, как наступил Новый год, в принципе, мне пришлось столкнуться и увидеть, в принципе, как работают все эти транспортные технологии, потому что я видел, как взлетают, садятся самолеты, сам путешествовал железной дорогой, да, перемещался на автомобилях достаточно много по территории различных областей Российской Федерации, не только. Вот. И видел даже в работе водный транспорт, хотя вроде бы зима, север, да, я был в Архангельске, это моя родина, в Архангельской области. Вот. И видел, как, скажем так, работают ледоколы на реке Северная Двина, для того, чтобы и сейчас, скажем так, проводить некоторые корабли, которым просто необходимо следовать там в каком-то направлении для перевозки грузов. Хотя вроде бы навигация закрыта, но тем не менее в порту эти ледоколы работают речные, да. Итак, друзья, все 4 транспортные системы, которые я назвал, их нельзя назвать совершенными. И об этом часто говорит Анатолий Эдуардович Мельницкий, наш генеральный конструктор, руководитель проекта в целом. Вот. Все они имеют свои плюсы и недостатки по отношению друг к другу, но на всех из них сказывается огромное количество факторов, которые, скажем так, мешают человечеству перемещаться при помощи автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта. Но в первую очередь давайте, вот, скажем, погодные условия. Да? То есть сильный туман, сильные дожди, там, сильные снегопады и так далее, зачастую приводят всю транспортную сеть в ступор. И мы с вами можем в этом убедиться. Вот Российская Федерация, например, страна, которая находится
более там 60% ее территории в зоне там вечной мерзлоты, как любил говорить один из спикеров наших вебинаров, да, и соответственно, действительно, вот, например, сильные снегопады, и по сути дела все встает. Самолеты не летают, железная дорога, если сильный снегопад, тоже останавливается, да, автомобили я уже не говорю, соответственно, да и пешком перемещаться, когда сильный снег, очень тяжело, там метели и так далее, и так далее. Мы же с вами сегодня будем кратко говорить о той технологии, которая как раз-таки устранит, ну, в первую очередь, вот проблему, связанную с климатическими явлениями, потому что транспорт, о котором мы с вами будем говорить, он относится к всепогодным, да, он выдерживает, скажем так, все те неприятности, которые могут с вами происходить, например, в весеннее время, вы знаете, да, паводки, таяние снегов, например, и так далее, у нас тонут с вами целые города. Да? Транспорт, о котором мы с вами будем говорить, он поднят над землей, это транспортная технология второго уровня. Вот. Что еще хотелось бы сказать, какие есть проблемы с транспортными системами, которые мы с вами используем. Но в первую очередь их нельзя назвать экологически чистыми. Да? Соответственно, любой транспорт, который сегодня перемещается по поверхности планеты, он осуществляет выброс вредных веществ, которыми мы с вами дышим, которые попадают в почву, в воду. Да, мы все это потребляем, это сказывается на нашем с вами здоровье. Его нельзя назвать очень абсолютно, скажем так, мобильным, высокоскоростным и комфортным, потому что нам часто приходится терять огромное количество времени в очередях, чтобы, например, сесть в самолет, пройти регистрацию и так далее. Пригородные, вот, например, сообщения в Подмосковье, да, метро в Москве, мне приходится каждый день двигаться в этом городе, как я сказал, комфортным назвать практически, ну, там даже на 10% нельзя, потому что постоянно огромное количество людей, которые перемещаются из одной стороны в другую, вот. Часто приходится стоять, часто приходится, можно даже поджать ноги, висеть и так далее, и так далее, и так далее. Ни один из видов транспортных систем, которые мы с вами используем, нельзя назвать безопасным, да, потому что все виды транспорта, которые мы с вами в жизни применяем на сегодняшний день, их нельзя отнести к категории безопасных, и каждый день мы слышим огромное количество новостей в разных уголках земного шара, что, ну, в первую очередь, конечно, это касается автомобильного транспорта, потому что каждый день практически сообщается о различных автокатастрофах, авариях там и так далее, так далее, так далее. Кстати, вот зима чуть-чуть обледенела, да, и пошло-поехало. Вот недавно там Ростовская область, там до 30 автомобилей столкнулись, там еще где-то. То есть, по сути дела, это проблема, да, которую мы с вами ежедневно сталкиваемся. Что еще хотелось бы отметить, вот есть статистика, которая говорит о том, что ежегодно в мире погибает порядка там миллиона человек в различных авариях, авиакатастрофах, автокатастрофах, там, катастрофах на железных дорогах и так далее. Хотя вот железные дороги, авиа, это намного реже, чем автомобиль. Как говорит генеральный конструктор нашей технологии, что автомат Калашникова, это орудие, созданное специально для убийства, за год убивает в разы меньше людей, чем транспортная система под названием автомобиль, которая вроде бы создана для комфорта человека. Это мы с вами имеем, ну, как данность, да, на сегодняшний день. Ну и немаловажный фактор, что, в принципе, если мы посмотрим за последние там 20-30 лет, неуклонно каждый год стоимость проезда, стоимость перевозки грузов и так далее, она растет. Невзирая на то, что вот топливо дешевеет ли оно, либо дорожает. Да? Потому что мы видели волны в последнее время, нефть дорожает, либо дешевеет, а стоимость транспортных услуг, она неуклонно двигается в одном направлении. Это то, что мы имеем на сегодняшний день. И, скажем так, человек, Анатолий Эдуардович Чуницкий, достаточно давно задумался над этой тематикой. Он говорил в своих роликах, что транспортная система несовершенна. И я, говорит, пришла в голову идея для того, чтобы изменить эту ситуацию в лучшую сторону. Реально, скажем, все, что происходит с нами, в нашей с вами жизни, действительно, ухудшение экологии и так далее, оно происходит, ну, относительно незаметно. Это как мы приводим пример часто, если лягушку бросить в холодную воду и постепенно подогревать ее на газу, да, то есть она там сварится и в итоге погибнет. Если сразу бросить в кипяток, то она может выпрыгнуть и остаться жив. Вот ситуация такая с нами, да, то есть если мы 10-15 лет в ближайшем ничего не будем менять, как говорит Анатолий Эдуардович Чуницкий, нам осталось там буквально 3-4 поколения для того, чтобы на Земле сложилась ситуация, что жить на ней станет невозможно. И транспортная технология, о которой мы сейчас с вами кратко поговорим, как я вам говорил, да, как раз-таки призвана изменить эту ситуацию. Действительно, через 10-15 лет мы с вами можем перемещаться по поверхности нашей планеты, как здесь показано на слайде. Но вот готовы мы с вами дальше, да, терять время, деньги, здоровье, вот, или все-таки вы считаете, так же, как мы, сотрудники компании Skyway, что настало время перемен? Если да, просто поставьте плюсики в наших чатах, вот. Потому что, действительно, мы платим за некомфортные перевозки, мы платим за то, что мы перемещаемся в транспорте, который где-то убивает нашу экологию и убивает нас с вами, по большому счету. Действительно, появилось за последние 100 лет огромное количество заболеваний,
которых раньше человечество просто не знало. И причина в этом простая, да, то есть индустриализация нашей с вами жизни, то есть та цивилизация, которую мы с вами создаем, она же нас и гробит. Итак, друзья, изменения, которые приходят в нашу жизнь, в ближайшее время, скажем так, мы уже близки, находимся на грани того, что технология, о которой мы с вами говорим, будет внедряться в жизнь, непосредственно уже идет строительство, да, осенило в свое время Анатолия Эдуардовича Юницкого, который вы видите сейчас на экране, человек, который родился на территории бывшего Советского Союза в Республике Беларусь. Он является автором и генеральным конструктором технологии под названием SkyWay. Разрабатывает и внедряет на нее достаточно давно. На сегодняшний день уже, получается, фактически идет 42-й год. Да, с того момента, как Анатолий Эдуардович Юницкий стал задумываться о неракетном освоении космоса, и частью этой, скажем так, технологии, которую он в дальнейшем планирует реализовывать, являются струнные технологии, о которых мы с вами говорим. За время реализации технологии он руководил двумя проектами Организации Объединенных Наций, стал членом Федерации космонавтики СССР еще в 80-х годах прошлого столетия. У него более 150 различных изобретений, более 200 различных научных работ, о которых вы можете узнать, посетив его сайт www.unitsky.com. Три высших образования, которые имеет наш генеральный конструктор, сегодня он реализует непосредственно на практике для внедрения технологии под названием SkyWay. За время реализации технологии, так как начиналось все это в Советском Союзе, да, было проведено огромное количество переговоров, ну, в первую очередь, наверное, с представителями администрации различного уровня, потому что до 90-го года, например, с 77-го, да, это порядка 13 лет, приходилось общаться с представителями там райкомов, обкомов и так далее, потому что деньги выделялись только государством, а о бизнесе тогда никто у нас не говорил. Потом пришли лихие 90-е, когда Анатолий Эдуардович пробовал себя в различных видах бизнеса и заработанные деньги вкладывал в развитие своей технологии. То есть переговоры продолжались на уровне, скажем так, губернаторов различных областей. Данная технология была представлена в свое время президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву, да, это было в 2009 году. Вот, все это как бы продвигалось в нужном направлении. Даже в 2001 году, благодаря содействию господина Лебедя, да, то есть, который руководил на тот момент Красноярским краем, губернатором Красноярского края, был реализован проект создания тестового участка в подмосковном городе Озера. И данная технология, второе, скажем так, поколение технологии SkyWay, были продемонстрированы всему миру. В Подмосковье, да, был создан полигон. И на данном полигоне прошли испытания, скажем так, проведено было большое количество тестовых заездов транспортного средства, которое перемещалось по металлической эстакаде протяженностью там порядка 150 метров, да, то есть весом более 12 тонн. И в этот момент как раз эта технология узнала огромное количество людей в разных уголках земного шара, в Российской Федерации. Было дано большое количество, скажем так, отзывов и экспертизы были проведены целым рядом институтов, касаемых непосредственно транспортной отрасли в Российской Федерации. И я хочу включить буквально 30-40-секундный ролик, который продемонстрирует то, как выглядел струнный транспорт буквально, ну, какие-то 10-15 лет назад. А потом мы с вами продолжим движение по нашему сегодняшнему вебинару. Готов, прием! 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес его оснастили специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная транспортно-система – это очень надежная система. И доказательством того является то, что я стою под грузовиком весом 12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова взбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТУ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог. Итак, друзья, то есть технология под названием «Струнная технология Юницкого» была представлена с 2001 по 2009 год в подмосковном городе Озеры, как я вам говорил. Да, были получены целый ряд экспертных оценок и заключений представителей целого ряда институтов, имеющих прямое отношение к транспорту, в первую очередь Российской Федерации. И все было хорошо, но, к сожалению, в 2009 году полигон в подмосковном городе Озеры прекратил свое существование. Кстати, слышно ли меня стало лучше, потому что вот я видел, что писали «добавить звук», и я немножко звук в микрофон добавил. Вот. Итак, друзья,
В 2009 году полигонов в подмосковном городе Озера не стало, и Анатолий Эдуардович продолжал, скажем так, разрабатывать свои технологии, искать пути для того, чтобы, скажем, найти крупного инвестора, который мог бы профинансировать строительство еще одного тестового участка, да, и на котором можно было продемонстрировать все возможности струнного транспорта в дальнейшем для того, чтобы сертифицировать разные направления развития струнных технологий. А на тот момент речь шла о грузовом транспорте SkyWay, о высокоскоростном транспорте SkyWay и о городском. Ну, как бы было выделено три сегмента, фактически, которые охватывают весь транспортный рынок. И все шло достаточно долго, то есть было проведено большое количество переговоров, как я вам сказал, до 2013 года, когда Анатолий Эдуардович Юницкий решил оценить свою интеллектуальную собственность. И вместе с соратниками, которые у него были на тот момент, пришли к пониманию того, что необходимо искать пути привлечения инвестиций и финансирования строительства тестового полигона, на котором можно было продемонстрировать возможности транспорта, сертифицировать его и выйти на строительство дорог в разных уголках земного шара. И был за модель взят краудинвестинг, о котором мы с вами немножко позже еще поговорим, то есть было предложено обычным людям, физическим лицам, становиться совладельцами технологий, то есть приобретать себе доли компании на очень выгодных условиях, с высоким дисконтом, то есть с высоким уровнем доходности. Дисконт – это отличие номинальной стоимости долей, которая была принята за $1 Соединенных Штатов Америки, да, от той стоимости долей, которая соответствует одному из этапов развития группы компании SkyWay. Всего этапов 15. Вот. На момент старта проекта в январе 2014 года уровень дисконта доходил до нескольких тысяч раз. Да? То есть, получается, люди инвестировали свои денежные средства с приумножением в 3000 раз. Были вот первые инвесторы такие. Потом появился, скажем так, сайт, появился личный кабинет, и начиная со второго этапа уровень дисконта там составлял 250 до 1500 раз на больших пакетах. По мере выполнения работ, которые необходимо было выполнить для того, чтобы продемонстрировать технологию, привести ее, скажем так, к состоянию, сертифицировать транспорт и так далее, уровень дисконта снижаться начал. Да? Первые инвестиции пришли, как я вам сказал, в январе-феврале 2014 года. 2014 год был годом становления компании. Вот, то есть с приходом денег начался поиск места, на котором будут строиться вот подобные участки, а в дальнейшем подобные города при использовании технологии SkyWay. То есть помимо того, что мы говорим о транспорте, у нас еще, скажем так, разрабатывается идея внедрения и строительства линейных городов, в которых, скажем так, будет легко вписанный в их инфраструктуру транспорт SkyWay. Люди смогут жить на лоне природы в шаговой доступности от транспорта, который может их быстро, скажем так, эффективно, комфортно, за гораздо меньше деньги, чем сейчас, доставить в любую точку практически там города, области, либо соседних, скажем так, областей, вплоть даже соседних стран. То есть это линейные города, в которых люди будут дышать чистым воздухом, так как транспорт является экологически чистым, да, люди будут, скажем так, работать фактически, вот вы видите здание, которое находится в линейном городе, это, скажем так, называемое маточное здание, которое может являться и офисным центром, там и магазины, и пересадочные станции, и так далее, и так далее, то есть вокзалы. И там будет, скажем так, реализована идея городского транспорта SkyWay, о котором мы сейчас с вами будем еще немножко говорить. Итак, друзья, концепция SkyWay, да, то есть струнного транспорта, это транспорт, который поднят над землей, да, то есть это эстакады второго уровня. И вот мы сегодня уже имеем несколько образцов подвижного состава, которые будут перемещаться на территории города со скоростью до 150 км в час. Что мы с вами имеем сегодня в крупных городах, если говорить о наземном транспорте? Да? Ну, наверное, редко когда в течение дня этот транспорт, ну, в среднем будет перемещаться со скоростью более 30 км в час. Есть у нас городское метро, которое перемещается в среднем со скоростью 40 км в час. Но вот транспорт SkyWay, о котором мы с вами говорим, концепция городского транспорта, да, это скорость до 150 км в час по мере необходимости. То есть это транспорт, где нет пробок, это транспорт, где нет светофоров, где нет перекрестков, да, то есть где комфортно люди смогут перемещаться на достаточно большие расстояния за короткий промежуток времени. Провозная способность данной вот линии, если говорить о высокоскоростном, точнее о городском SkyWay, это до 50 тысяч пассажиров на одном транспортном плече в час. Соизмеримо, скажем так, с тем, что мы имеем сегодня в московском метро, например. Что хотелось бы еще отметить. Данная путевая структура, которая поднята над землей, легко может встраиваться в инфраструктуру уже построенных городов. То есть крупных мегаполисов, где мы с вами живем, то есть это все можно реализовать на практике даже, скажем так, в городах, где вроде бы вся инфраструктура транспортная создана, и, скажем так, построены дома и так далее, и так далее. Высокоскоростной SkyWay, который нам позволит перемещаться со скоростью 500 и более километров в час. То есть благодаря данному транспорту можно будет перемещаться от таких городов, например, как Казань, там Санкт-Петербург, Белгород, Минск до Москвы в среднем за 2 часа. То есть быстрее, чем сейчас на
авиационном транспорте, который мы с вами используем. Потому что в среднем, да, самолет летит эти 700 км в час небольшим, а может быть час даже, да, но если мы все процедуры с вами затронем, доехать до аэропорта, зарегистрироваться там не позднее, чем за 40 минут до взлета, там, начала посадки и так далее, то у нас в среднем занимает перелет от Москвы там, до Казани, либо до Питера, там, 4-6 часов. Здесь же мы с вами сможем за 2 часа перемещаться из одного города в другой. И по мере развития технологии, да, появились еще целый ряд концепций использования струнного транспорта, потому что, когда зарождался струнный транспорт, не было, например, и речи о создании того же юнибайка, который мы сегодня с вами имеем, он уже сертифицирован. Там, юнивинда, да, то есть легкого двухместного транспортного средства и легкой путевой структуры. В целом же на сегодня технология под названием Transnet, так мы это называем, это новая сеть, новая паутина, да, это которая паутина перемещения грузов и людей, которая в себя впитает все достоинства интернета, которые мы имеем на сегодняшний день. Да, благодаря, кстати, данной путевой структуре, которую вы видите, вот нашей инновационной путевой структуре, струнному рельсу, которую можно встраивать высокоскоростные, скажем так, волоконно-оптические линии связи, высоковольтные линии электропередач, можно, скажем, в удаленные уголки нашей планеты довести те прелести цивилизации, которые мы с вами используем в крупных городах. То есть, в целом, технология SkyWay себя представляет инновационную путевую структуру, да, это инновационный подвижной состав, у которого целый ряд преимуществ по отношению к тем видам транспорта, что мы с вами сегодня имеем. Да, он обладает высокой аэродинамичностью, у него минимальное сопротивление качению колеса, стальное колесо по стальному рельсу и так далее. Это инновационная инфраструктура, как грузовая, так и пассажирская. Это здание вокзалов, пересадочных пунктов и так далее, так далее, так далее. То есть это технология SkyWay. С 2015 года, да, у нас началось строительство инновационного центра, где мы совершенствуем технологию струнного транспорта. Сегодня это называется экотехнопарк. Летом, в июле месяце, начались первые работы. То есть был получен участок земли площадью 36 гектар в Минской области, недалеко от города Марьиногорка. И вот с июля месяца, после первого субботника, который прошел 17 числа, начались сначала изыскательские работы, там пробы грунта, залегание грунтовых вод и строительство экотехнопарка, в котором сегодня проходят тестовые испытания, образцы подвижного состава, проходят сертификацию и так далее, и так далее. Все это началось в 2015 году. И опять же, благодаря той инновационной системе привлечения инвестиций, которая была принята использовать в начале 2014 года. Это краудинвестинг. То есть людям было позволено, скажем так, участвовать в инвестициях, которые в большинстве стран мира просто обычным людям участвовать невозможно. Да, огромное количество людей, ставших миллионерами, миллиардерами, как раз-таки вкладывали денежные средства на начальном этапе развития компании, которые несли какую-то инновационную идею и большой плюс человечества, который вот к таким технологиям относится технология SkyWay. За время работы с 2014 года и немножко раньше было получено порядка 80 уже патентов и сертификатов целого ряда стран на технологию, на подвижной состав. Да. Это такие страны, как США, Канада, это Австралия, это один из сертификатов Евросоюза, это Китай, Япония, то есть это развитые экономики, да, это целый ряд стран СНГ, в том числе там Украина, Россия и Беларусь. Вот. И все это делается для того, чтобы защитить технологию перед выходом на строительство дорог на рынках тех стран, где будет использоваться технология под названием SkyWay. Было проведено за время, начиная с сентября 2016 года, уже порядка 20 выставок, на которых была представлена технология SkyWay. Первая выставка это была Инотранс в 2016 году. Это крупное мероприятие, которое проводится раз в два года, где представлены все новинки и все ноу-хау, но в первую очередь в сфере рельсового транспорта. Да? Мы относимся, у нас есть струнный рельс, и НИИ Горэлектротранса, который проводил сертификацию наших транспортных средств, отнесло транспортные средства SkyWay к категории рельсового транспорта. Да? На первой выставке Инотранс были представлены первые, скажем так, промышленные образцы подвижного состава. Это двухместный юнибайк и 14-местный юнибус, над созданием которых специалисты нашего предприятия, которое разработает в Минске, начали работу в феврале 2016 года. То есть фактически за полгода было выдано два образца подвижного состава, действующих моделей, которые прямо с Инотранса поехали на территорию экотехнопарка, где начались испытания, первые прогоны транспортного средства SkyWay. Выставки проходили в разных уголках земного шара, это Юго-Восточная Азия, это и Австралия, несколько выставок, это территория СНГ. Такие выставки, как «Транспорт России» 2016-2017, «Белорусская транспортная неделя» 2016-2017 год, «Рэвэй Тех Индонезия» 2017-2018 год, «Смарт-Сити Индия» 2017 год, «Фьючер-Сити-Шоу» Дубая 2018 год, который послужил, скажем так, мероприятием, целый ряд переговоров в этой стране
серьезным толчком для развития нашей технологии в регионе Объединенных Арабских Эмиратов. Помимо выставок, на которых работают, скажем так, высококлассные специалисты, знакомящие с технологией представители администрации разного уровня, скажем так, огромного количества стран, представители мира транспорта, финансов и так далее, конечно же, в тылу работают высококлассные специалисты на производстве SkyWay. Сделаю маленький акцент. В мае 2014 года единственным специалистом, который был реализовывал свою технологию, был генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий. Сегодня у нас есть целый ряд производств на территории Республики Беларусь. Сейчас строительство идет еще в Объединенных Арабских Эмиратах. У нас есть свое собственное помещение, четырехэтажный офис в промышленном районе города Минск, недалеко от метро тракторный завод. И на этом, на эти, скажем так, производствах трудятся высококлассные специалисты на высокоточном оборудовании, на самом современнейшем оборудовании, современнейших станках с программным управлением. Работает порядка, скажем так, 7 сотен специалистов, об этом мы с вами тоже поговорим. Есть свои наработки, это целая, скажем так, линейка двигателей мотор-колесо. Это использование самых современных материалов, да, это своя собственная система управления, автоматизированная система управления безопасности движения, вот, и ведется огромное количество разработок в сфере АСУ, то есть транспорт у нас будет беспилотным, да, что снизит как раз-таки вероятность различных аварий, несчастных случаев на, при перемещении данных транспортных средств. Помимо того, что у нас активно работает производство, проходят выставки, огромное количество делегаций посетили уже территорию экотехнопарка, и представители нашей компании сами, скажем так, осуществляют поездки в различные регионы мира, где знакомятся с технологией SkyWay на различных форумах, посвященных, скажем так, инновациям в транспортной отрасли и не только. Да. На данном слайде вы видите Анатолия Эдуардовича Юницкого, который был удостоен аудиенции Далай-ламы. Это один из духовных лидеров планеты. И данные переговоры, по сути дела, встреча прошла в резиденции Далай-ламы, город Дармсала, после которой, скажем так, Анатолий Эдуардович Юницкий получил благословение одного из духовных лидеров планеты на реализацию своей технологии. Буквально перед самым Новым годом были делегации на территории экотехнопарка, были представители стран Объединенных Арабских Эмиратов и, скажем так, Италии, это и Сан-Марино, да, вот если вот по итогам 2018 года посмотреть, несколько делегаций из Объединенных Арабских Эмиратов, из разных эмиратов этой страны. То есть все это подвигало нас к тому, что о технологии узнавало гораздо большее количество людей, и проект, сама технология все ближе к тому, чтобы использоваться, ну не то что повсеместно, но тем не менее там, где она будет востребована. Вот в первую очередь сейчас наибольший интерес технологии проявляют представители Аравийского полуострова, целого ряда стран. И в первую очередь это Объединенные Арабские Эмираты, да, это Австралия, вот, это Юго-Восточная Азия, такие страны, как Индонезия, Таиланд, Индия, то есть там, где к инновациям относятся очень серьезно, и там, где, скажем так, транспортные проблемы тоже сегодня имеют очень серьезный уровень. Раньше мы на своих презентациях очень много времени посвящали тематике новостей, да, о нашей компании, о технологии и так далее, и так далее. Сейчас, наверное, уже уследить очень сложно, потому что практически каждый день в различных средствах массовой информации, от интернет-порталов информационных, да, до обычной печатной прессы, рассказывают о технологии SkyWay. И буквально перед самым Новым годом «Комсомольская правда» разместила информацию, что вот одной, скажем так, из век 2018 года стала вот технология SkyWay, и, по сути дела, сравнила, скажем так, реализацию технологии SkyWay, выставила в один ряд, например, если сравнивать по российским меркам, со строительством Крымского моста, да, то, что он был закончен, запущен и так далее, и так далее, и так далее. Вот таким вот образом. То есть все чаще и чаще о нас говорят, говорят на радио, говорят на телевидении, вот. И опять же, те вот приезды различных делегаций, работа специалистов группы компании SkyWay в разных регионах мира как раз-таки способствует тому, что все больше и больше, скажем так, стран и регионов узнают о технологии SkyWay и заинтересовываются тем, чтобы на своей территории иметь данную технологию, иметь данный вид транспорта. Все это стало благодаря тому, что когда-то какое-то количество людей поверило в то, что данную технологию можно реализовать, то, что здесь есть возможность стать инвестором данного проекта. Они поверили генеральному конструктору Анатолию Эдуардовичу Юницкому. Вот. И сегодня огромная армия инвесторов, которые находятся, вот если говорить о компании SkyWay Capital, в 210 странах мира, да, своим кошельком голосуют за то, чтобы данная технология была реализована. Компания, кстати, по мере своего развития отчитывается в новостном формате перед своими инвесторами, но, наверное, лучшим отчетом перед инвесторами является проведение экофестивалей, которых было уже 3. Да, то есть у людей появляется возможность, тот, кто стал инвестором в нашем проекте,
а некоторые приезжают, еще не став инвестором, просто убедиться, что это на самом деле существует, приехать и своими глазами увидеть то, чего мы на сегодняшний день достигли. Я помню все три экофестиваля, первый, на котором стояли просто промежуточные опоры, и шла работа, скажем так, с анкерной опорой там и так далее, второй, на котором нам уже были продемонстрированы образцы подвижного состава в действии, 14-местный юнибус, это двухместный юнибайк и грузовой юнитрак, да, и последний экофестиваль, на котором первые несколько тысяч наших инвесторов удостоились права быть пассажирами транспорта Skyway, скажем так, потому что целый ряд транспортных средств уже были сертифицированы. Это вот то, чего мы достигли за достаточно короткий промежуток времени. Помимо того, что люди видят прекрасную возможность, скажем так, сохранить экологию, да, это как бы забота о мире, помимо того, что они видят возможность стать успешными в плане получения в дальнейшем серьезного источника дохода от тех долей компаний, которые не приобретают, конечно же, люди чувствуют еще и моральное удовлетворение, свою сопричастность к тому, что влияет на то, чтобы жизнь на нашей планете стала лучше. Кстати, многих инвесторов компания отблагодарила тем, что на потолке музея Skyway, который находится на территории экотехнопарка, написаны имена и фамилии тех людей, кто стал совладельцем пакетов долей компании до апреля 2017 года включительно. Да? То есть вы видите довольных людей сейчас на слайде, которые фотографируют свои имена и фамилии, либо даже протягивают руку, потому что нашли себя на звездном небослоне Skyway. Итак, друзья, все, что на сегодняшний день проделано, да, все работы, которые сегодня проводятся, это строительные работы, это создание подвижного состава, это участие в различных международных форумах и выставках, да, это работы по сертификации, да, это все, скажем так, довольно затратная процедура, и все это происходит сегодня благодаря тому, что была выбрана модель краудинвестинга, и огромное количество людей приняли участие в реализации технологии Skyway, стали совладельцами проекта, стали совладельцами технологии, и в будущем будут иметь очень серьезный доход в виде дивидендов на те доли, которые они сегодня приобрели. Мы сегодня имеем 7 образцов подвижного состава, которые, скажем так, уже проходили тестовые испытания, целый ряд из них сертифицирован. Да. Мы сегодня с вами имеем еще одно направление, о котором мы говорили несколько раз на наших презентациях. Мне удостоилось, как бы я удостоился чести быть на выставке, которая проходила в Москве. Это, если говорить о Юнимобиле, то есть, да, это транспортное средство, которое создано специалистами нашей компании в факультативном режиме, как мы говорим, для людей с ограниченными возможностями по перемещению по нашей планете, то есть, да, то есть для инвалидов-колясочников. Двухместный электромобиль, который разгоняется до скорости до 100 км в час, ресурс зарядки батареи до 150 км, то есть в городском режиме для человека, который имеет инвалидность, что очень важно, кстати, этому человеку, если он примет решение водить данное транспортное средство, не будет нужен помощник, он сам совершенно спокойно сможет поместиться внутрь данного транспортного средства, закрепить, скажем так, не пересаживаясь из свою коляску и в итоге управлять транспортным средством. Если он устанет, кстати, справа есть еще двухместный, что это вообще, скажем так, уникальная разработка. Человек, который может являться сопровождающим, да, пересаживается, свое кресло, скажем так, перестегивает под управление транспортного средства, а уставший водитель в коляске садится справа, и транспортное средство уже становится полноценным, там есть автоматическая коробка передач, там есть управление ногами, там и так далее, так далее, так далее. Вот такое транспортное средство было придумано специалистами группы компании Skyway, и это огромный рынок, потому что в мире, по сути дела, каждый сотый, да, человек на нашей планете, он имеет инвалидность, и каждый десятый из них, он находится в инвалидном кресле. И огромное количество людей, которые сегодня находятся в инвалидном кресле, они хотели бы управлять автомобилем, потому что кто-то из них когда-то им уже управлял. И вот данное транспортное средство позволит людям вернуться к тому ощущению, которое они испытывали, будучи, скажем так, ну, полностью здоровыми. Итак, друзья, когда-то мы людям говорили и рассказывали долго, да, знакомились с информацией по технологии, показывали слайды, как устроены струнные рельсы и так далее, и так далее. Сегодня мы говорим просто, если кто-то сомневается, приезжайте на территорию экотехнопарка, вы там можете все увидеть своими глазами, что из себя представляет технология. Мы имеем дело с технологией, которая уже близка к своей реализации, и сегодня еще есть возможность стать совладельцем данной технологии. И буквально мы с вами там 2 минуты 3 сейчас вот в историю, если окунемся, все из вас помнят, да, что когда-то были крупные большие машины ИВМ. Нашлись молодые люди, такие как Билл Гейтс, такие как Стив Джобс, которые предложили разрабатывать технологии персональных компьютеров. В то время им крутили у виска в 70-х годах. Те, кто вложил деньги, сегодня являются миллионерами, мультимиллионерами. Железные дороги когда-то никто не планировал использовать для перевозки людей. Да, то есть первые созданные железные дороги, они были созданы для перевозки там
сырья типа руды, угли и так далее, и так далее. Нашлись те, кто идею развил, кто начал создавать, скажем так, строить рельсы, строить транспортные средства, вокзалы и так далее. Сегодня потомки тех, кто начинал строить железные дороги, тоже Стивенсон и так далее, это те люди, которые себя сегодня чувствуют совершенно спокойно с точки зрения финансов. Да? Я говорю это для того, чтобы вот инновации, да, и инвестиции всегда шли рука об руку. Был такой человек, Карл Бенц, который придумал двигатель внутреннего сгорания. Но если бы у него, скажем так, не нашлись люди, которые проинвестировали деньги в его этот двигатель внутреннего сгорания, возможно, мы бы сегодня не знали такой автомобиль, как Mercedes-Benz в дальнейшем. Да? Но, тем не менее, сегодня огромное количество данных автомобилей бегают по территории планеты. Кстати, огромное количество их бегает по территории России, которую как бы нельзя назвать, наверное, самой успешной страной с точки зрения достатка людей, проживающих в этой стране. Да? Ну и наверняка вы... Кто-то из вас, может быть, не все, кстати, я знаю людей, которые не летали на самолете, но, тем не менее, больше 100 лет назад братья Райт продемонстрировали свой параплан, запустили его в воздух, да, единственное, скажем так, не настолько их дальновидность была развита, они, в принципе, умерли практически в нищете, а господин Боинг, который занимался, если не ошибаюсь, на тот момент деревообработкой, в этой идее увидел большое будущее, сегодня потомки Боинга очень здорово себя чувствуют с точки зрения, опять же, финансов, да. Что хотелось бы еще сказать? Компания, о которой мы сейчас с вами говорим, очень серьезно развивается. Она признана на территории той страны, где у нас сегодня есть производство, где у нас есть офисные помещения. Мы имеем сегодня фактически все разрешительные документы на ведение работ, начиная от разработки технической документации на транспортные средства, на путевую структуру, до конечной реализации строительства, да, и приемку данной путевой структуры, данных транспортных средств. Получено большое количество свидетельств, выданных непосредственно, например, в Республике Беларусь, там, где у нас сегодня пока находится основное производство. Да? Что еще хотелось бы отметить, в 2017 году предприятие струнной технологии, которое является частью группы компании Skyway, стало членом Союза строителей Республики Беларусь и членом Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь. Я вот тут сразу где-то, может быть, если есть новички, отвечу на такой вопрос, вот похоже там на финансовую пирамиду, вы судьи берете деньги, там непонятно на что они уходят и так далее. Назовите мне хоть одну финансовую пирамиду, которая стала членом торгово-промышленной палаты какой-либо страны. Неважно какой, напишите мне, кто знает. То есть это говорит о том, что компания серьезно развивается, достигли уже очень серьезных результатов, да, и мы продолжаем двигаться дальше. На сегодняшний день в предприятии струнной технологии работают более 800 уже человек, если я не ошибаюсь, порядка 800, да. Инженерного конструкторского персонала порядка 700 человек. Вот. Мало того, я хочу добавить еще следующее, то, что вот у нас раньше в презентации не входило, тем не менее, вы знаете уже, те, кто давно инвестировал в наш проект, у нас еще развивается сегодня криптонаправление группы компании Skyway, то есть есть сайт Skyway Token, да, то есть, который планируется запустить, и сейчас, я так понимаю, ведутся все-таки активные работы, криптонаправление, оно новое для любой компании, да, то есть вообще, скажем так, криптовалюта, ICO и так далее, и так далее, совсем недавно вошли в жизнь человечества, и там, скажем так, много в этой сфере есть различных проблем, есть и мошенничество, и так далее, и так далее. 90 с лишним процентов всех ICO, которые были объявлены, они в итоге собрали деньги, исчезли, но тем не менее, мы также двигаемся в этом направлении, не отстаем от мира, и было принято решение в конце вот уже 2018 года, в четвертом квартале, развивать свою криптоплатформу, да, двигаться и в этом направлении, и есть сейчас целый ряд специалистов, которые активно разрабатывают токен Skyway. Я думаю, в ближайшее время уже, в начале этого года, мы получим и белую бумагу, и one paper, да, и увидим, как вы помните, предоставлена возможность первым 50 тысячам инвесторов обменять свои доли на токены, да. И очень важный момент, на что хотел бы еще обратить внимание, то, что компания выполняет свои обязательства, о которых она говорила в 2014 году. У нас уже есть несколько тысяч человек, которые получили первые деньги, приумноженные в нашем проекте. Да, это те, кто инвестировал в проект с самого начала в 2014 году. Есть те, кто инвестировал с дисконтом 1-3 тысячам, например, да, то те деньги, которые они смогли себе вернуть, до 1000 долларов США можно было, скажем так, вывести, обменять до 100 тысяч долей, это приумножение денежных средств 35 раз. Ну, за 4 года сами посчитайте, знаете ли вы такие виды бизнеса и так далее. Как я вам говорил, у нас более 200 стран мира, компании Skyway Capital 210 стран, из которых люди инвестировали денежные средства в развитие нашего проекта. То есть мы успешно двигаем, и буквально два слова хочу сказать, что вот данная технология действительно может, по сути дела, круто изменить жизнь каждого отдельно взятого человека, да, потому что она может обеспечить независимое финансовое будущее,
финансовую независимость, точнее, каждому члену семьи вашей, да, вашим потомкам, вас на данный момент и еще, скажем так, несколько десятилетий вперед обеспечивать ваших потомков денежными средствами, которые будут переходить от использования данной технологии. Вот если вам предложили, например, в 70-м году, в конце 70-го года вложить там пару-тройку сотен долларов в технологии персональных компьютеров Стива Джобса, там, Билла Гейтса, да, Microsoft, либо Apple, и вы эти деньги не вывели, вы бы сегодня были миллионером, может быть, даже миллиардером. Вот такая ситуация сегодня складывается при реализации технологии Skyway. То есть еще сегодня есть возможность инвестировать свои денежные средства. Мы сегодня на 13-м этапе, в конце 2018 года компания перешла на 13-й этап развития. Уровень доходности по пакетам, либо дисконт сегодня составляет от 16 до 75 раз могут быть приумножены ваши деньги, если вы готовы инвестировать в нашу технологию. Что еще хотелось бы отметить? Да, вот смотрите, есть целый ряд способов приумножать свои денежные средства, да, целый ряд возможностей инвестировать свои деньги. Вот, возможно, даже среди вас, кто слушает сейчас информацию, есть те, кто инвестировал когда-то в недвижимость. Да? Возможно, есть те, кто, скажем так, зарабатывал деньги на рынке Форекс. Возможно, кто-то вкладывал и вкладывает деньги на фондовом рынке, да, владеет каким-либо пакетом акций каких-либо компаний и так далее, и так далее. Может быть, работает через паевые инвестиционные фонды и так далее, и так далее. Кто-то, возможно, из вас зарабатывает на золоте. Это вот я называю те возможности, которые сегодня есть в мире для того, чтобы создавать источник дохода, пассивного дохода. Да? Есть крипторынок, да, который вот за последние там, 3-4 года показал где-то свою состоятельность, где-то несостоятельность, кто-то разорился, кто-то обогатился, да, потому что биткоин рос очень сильно и падал очень сильно и так далее, и так далее. Будут ли криптоденьги полным заменителем тех денег, которые мы имеем на сегодняшний день, сказать сложно, да, потому что, я думаю, большинство из вас, если вы вот немножко постарше, помните фильм под названием «Москва слезам не верит». Там был молодой человек, который сказал, что телевидение заменит все. Театр, там, музей и так далее, и так далее, и так далее. Да, телевидение вроде это круто, да, но тем не менее у нас сохранились и театры, у нас сохранились и музеи, и много чего еще, что любят люди. Соответственно, направление блокчейна, оно начинает использоваться не только, скажем так, для создания криптовалюты, там, на биржевых спекуляциях зарабатывать на курсе падения либо роста биткоина, еще там тысячи видов валют, но оно начинает использоваться в банковской сфере, скажем так, в сфере сохранения информации и так далее, и так далее, и так далее. Вот в этом направлении развивается и наша компания. Вот. Так, друзья, и если опять же затронуть тему инвестирования в проект под названием Skyway, то действительно все, что необходимо сделать на сегодняшний день, это зайти на сайт компании Skyway Capital, либо по ссылке тех людей, которые вас пригласили, например, на сегодняшний вебинар, либо если вы нашли ссылку в интернете, да, если вы просто заглянули из мира интернета, зарегистрироваться и получить, скажем так, в свое использование полноценный личный кабинет, в котором есть вся информация, необходимая для того, чтобы вы разобрались в том, с чем мы имеем дело на сегодняшний день, да, что необходимо сделать, какие у нас есть платежные системы, как стать совладельцем пакетов Дали и так далее, и так далее, и так далее. То есть платформа Skyway Capital – это инвестиционный фонд, который создан для того, чтобы любому человеку было удобно разобраться информацией и была предоставлена возможность стать совладельцами технологии Skyway и в дальнейшем получать доход от тех дивидендов, которые планируются, скажем так, распределять между инвесторами, которые стали совладельцами пакетов Дали на одном из этапов развития группы компании Skyway. Как я вам говорил, всего их было 15. На каждом этапе, по мере выполнения определенного количества работы, приближения реализации технологии, при переходе на последующий этап изменялся дисконт, уровень доходности. Но даже сегодня при умножении денежных средств там, от 16 до 75 раз, это очень выгодная инвестиция. И на 14 этапе, да, который будет наверняка снижаться дисконт значительно, это будет, скажем так, выгодно. И на 15-м дальше стоимость каждой доли будет диктовать рынок. Мы стремимся к той ситуации, когда каждая доля будет стоить 1 доллар. То есть вот те, кто инвестировал когда-то, у кого-то был дисконт 100, у кого-то там 200, 300 и так далее, и так далее. Сегодня дисконт составляет от 16 до 75 раз. И это очень выгодный дисконт. Это дисконт, который позволяет сегодня создать фундамент для вашего, как мы говорим, безбедного будущего, да, точнее слово «безбедно» не годится, для вашего финансово обеспеченного будущего, вас и вашей семьи. Что еще хотелось бы сказать? Помимо того, что мы имеем инновационную технологию, да,
это технология струнного транспорта второго уровня, о которой мы с вами говорили. Мы сегодня имеем и инвестиционную систему привлечения денежных средств, потому что краудинвестинг, по которому мы начали двигаться, это, наверное, одна из первых компаний. Нам можно даже нагло заявить, что мы первые, которые применили краудинвестинг для реализации вот такой технологии в сфере транспорта, в сфере строительства, скажем так, городов линейных и так далее, и так далее. Вот. И помимо всего прочего, любой человек, который на сегодняшний день является партнером нашей компании, у него есть возможность создать источник дохода, растущий уже сейчас, при помощи партнерской программы, которую мы используем для развития бизнеса вместе с компанией Skyway Capital. Уже есть большое количество людей, которые продвинулись по карьерной лестнице, которая достаточно проста, как и сама партнерская программа. Очень важно понимать, что у этой партнерской программы есть целый ряд преимуществ. То есть мы никого не заставляем осуществлять какие-то жесткие там объемы, осуществлять какие-то продажи и так далее, и так далее. Она накопительная. Вот. И любой человек, принявший решение, скажем так, заниматься чем? Информационной работой, то есть знакомить свое окружение с информацией о том, что есть возможность стать совладельцами технологий, о том, что есть такой проект Skyway, да, получать процент от привлекаемых инвестиций, и этот процент достаточно высокий, я считаю, да, то есть 15% от привлекаемых денег – это довольно неплохо, и не так много компаний, которые используют многоуровневую систему распределения, предлагают такой доход, если вы кому-то рекомендуете данную возможность. У нас есть 6 ступеней карьеры. По этим ступенькам можно медленно идти, можно бежать, можно ползти. Как я вам сказал, все накапливается. Товарооборот, который создается вами лично, вашим первым поколением, да, то, что влияет на продвижение по партнерской программе, по карьерной лестнице, он все время накапливается и растет. Соответственно, вы продвигаетесь там каждой последующей квалификации. Да, есть условия на каждом уровне партнерской программы, но они достаточно мягкие, если говорить, скажем так, о мире MLM. Да, любой человек имеет возможность эти условия выполнять. Чтобы стать партнером, вообще достаточно подписать партнерское соглашение, да, и работая с реферальными ссылками, рассказывая людям вокруг, привлекая инвестиции, да, получать начисления на бонусный счет. Вот такого нет практически ни в одной компании, которая использует многоуровневую систему распределения. Вас здесь никто не может обогнать, вы здесь ничего не можете потерять. То есть те проценты с той глубины, которая доступна на вашем карьерном уровне по партнерской программе, они вам доступны всегда, и неважно, там, высшей квалификации у вас в первом или во втором поколении находится человек или нет, вы все равно будете получать те проценты от товарооборота, который находится на целом ряде уровней вашей партнерской структуры. По партнерской программе у нас есть видеоролик, мы проводили раньше вебинары, возможно, с Нового года мы снова будем, скажем так, более подробно знакомить людей с партнерской программой компании Skyway Capital. Одно хочу сказать, что сейчас действительно, вот некоторые думают, когда еще, да, я буду инвестировать, может мне еще посмотреть и так далее. Друзья, мы на 13 этапе, еще есть возможность стать совладельцем технологии и в дальнейшем получать свой доход в виде дивидендов от огромного количества адресных проектов, где будет реализовываться технология Skyway. Те из вас, кто внимательно смотрел интервью Анатолия Эдуардовича Юницкого под конец года, да, когда они подводили итоги развития предприятия вот Республики Беларусь и в целом группы компании Skyway, они слышали из уст генерального конструктора, что у нас несколько адресных проектов в Объединенных Арабских Эмиратах, которые вот будут реализовываться в ближайшее время. И такие проекты будут не только в Эмиратах, будут в других странах. И прибыль, приходящая с этих адресных проектов, будет распределяться между теми людьми, кто успел стать совладельцами технологии, как мы говорим, на ранних этапах развития. Да, ранние этапы развития – это вот сейчас. Это с 1 по 15 этап. Пока есть возможность стать совладельцами какого-то количества долей и в дальнейшем получать на эти доли те дивиденды. А пятая часть прибыли, которая будет приходить в компанию, будет распределяться между теми людьми, которые стали совладельцами компании. Вот к чему мы с вами идем, вот к чему мы с вами пришли. Действительно, сегодня краудинвестинг, та модель, по которой мы с вами двигаемся, да, ну, позволяет обычному человеку с небольшим, возможно, уровнем дохода стать совладельцем крупной компании, которая, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, приносить прибыль в ближайшие 100 лет владельцам долей. И что я хотел еще сказать. Мы с вами работаем на рынке транспорта. Сегодня денежная емкость транспортного рынка составляет порядка 8 триллионов долларов США. Вот. Амбиции группы компании Skyway и технологии Skyway – это 30-50% всего мирового транспортного рынка, там, ну, в ближайшие десятилетия, например, и так далее. То есть можете себе представить, какая цифра, да, 4 триллиона долларов будет приходиться на технологию под названием Skyway. И вы будете являться владельцем этой технологии. Соответственно, вот с этого большого пирога вы будете получать часть дохода.
Это то, к чему мы идем, это то, скажем так, к чему будет двигаться любой человек, который станет владельцем технологии вместе с нами. Есть еще один инструмент, который позволяет сегодня приходить и становиться инвестором в технологию группы компании SkyWay, профессиональным инвестором, да, то есть те люди, которые уже привыкли инвестировать, я не знаю, они могут быть и сами брокерами на бирже, да, они могут, скажем, инвестировать большие денежные средства в паевые инвестиционные фонды, они могут владеть там какими-то сертификатами на каких-то биржевых площадках и так далее, и так далее. Но это те люди, которые привыкли к комфортной работе. Они увидели идею, они готовы вложиться, они готовы инвестировать крупные суммы денег. И вот для этого, скажем так, был открыт еще фонд Royal Capital Group, у которого есть своя группа, своя техподдержка. Это самое что ни на есть фонд, у которого есть свои акции, которые как раз-таки подкреплены долями предприятия GTI. То есть вы, если готовы инвестировать деньги, например, там от 10 тысяч евро и выше, соответственно, на эти деньги данный фонд обязуется вам приобрести доли компании, группы компании SkyWay. Данный фонд, скажем так, каждый год будет проходить аудит, то есть будет, каждому инвестору будет рассылаться отчет о денежных средствах, на что они пошли и так далее, и так далее. Как я вам сказал, это самое что ни на есть фонд, работающий на сегодняшний день с принимающей инвестиции и реализующий, помогающий нам реализовывать технологию SkyWay. То есть для тех людей, которые являются профессиональными инвесторами и, скажем так, не любят, чтобы на пути были какие-то там несколько раз переводить денежные средства, например, да, потому что некоторые платежные системы нам не позволяют переводить сразу крупные суммы денег. Вот. И вот данный инструмент, который вы можете использовать. Единственное, работая с информацией о данном фонде, вот буквально недавно я читал уточнение, возможно, в наших соцсетях и, скажем так, на странице нашего сайта вы можете прочитать, да, что из себя представляет данный фонд и как с ним нужно работать. То есть не надо заниматься рекламой в соцсетях, не надо заниматься спам-рассылками, что есть такой фонд и так далее. От человека к человеку, и все будет, скажем так, двигаться в нужном направлении и нужного качества. Итак, друзья, что еще хотелось бы сказать? Да, мы сегодня находимся в 2019 году. У нас прошло там 2 недели, старый Новый год, да, с чем я вас и поздравляю, то есть с началом года по старому стилю. Вот. Мы сегодня с вами находимся на пороге действительно серьезных изменений в развитии нашего проекта. Как я говорил, это и использование блокчейн-технологии, это активное развитие, скажем так, строительства в Объединенных Арабских Эмиратах, которое идет у нас с апреля 2018 года. И как говорил Анатолий Эдуардович Юницкий, в конце апреля этого года мы уже должны продемонстрировать, насколько серьезно мы выполнили те обязательства, которые взяли перед арабской стороной. То есть мы должны продемонстрировать результаты, да, и создаются транспортные средства, строится путевая структура. Мы являемся частью инновационного центра в Эмирате Шарджа. Вот. О нас фактически каждую неделю в разных средствах массовой информации разных стран пишут о том, что мы стали членом Кремниевой долины Объединенных Арабских Эмиратов и так далее, так далее, так далее. Наш проект сегодня как никогда близок к реализации. То есть вот те из вас, кто инвестировал в нас в 2014 году, помнят, да, то есть как над нами посмеивались, как считали, скажем так, утопией все то, что делалось и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, инвестировать или нет в наш проект, решать, как я говорил, как часто говорю, именно вам, да, но мы сегодня двигаемся в нужном направлении. Мы сегодня достигли серьезных результатов, у нас есть транспортные средства, у нас идет стройка, и, по сути дела, те люди, которые когда-то, как мы говорим, да, являлись не то чтобы злопыхателями, да, но как бы так косо смотрели в нашу сторону и говорили, что вы занимаетесь фигней. Ну, кто-то из них, кстати, даже стал уже участником нашего проекта. То есть они где-то переубедились и так далее, и так далее. Есть те, кто стоят на своем, продолжают, скажем так, распространять информацию о том, что это невозможно. Но, опять же, это те люди, которых убедить практически невозможно. Даже если они будут сидеть внутри транспортного средства и прочее, да, то есть перемещаться по путевой структуре SkyWay, все равно могут говорить, что это неправда, этого не может быть. У меня к вам сейчас, ну, простое обращение, если какие-то вопросы или нет, мы начинаем, приступаем, скажем так, к работе в этом году. У нас будут и презентации регулярные, систематические, по понедельникам и не только. Вы знаете, что у нас есть вебинары. Хотелось бы еще озвучить две новости. То, что у нас в ближайшее время состоится обучение в конце января на территории Словакии, да, в Брезно, где будут обучать, скажем так, созданию командного бизнеса и дубликации, что нужно делать для того, чтобы стать успешным. И сейчас мы выкладываем информацию на наш сайт. Она в ближайшее время будет доступна. Будет проходить обучение в Бельгии.
два дня. На первый день обучения будет, скажем так, бизнес-тренер Юрий Галата рассказывать о том, как правильно нужно подходить к созданию бизнеса, да, то есть начиная с себя. И вторая часть, второй день будет посвящен теме дублицирования, и эту тематику будет озвучивать František Solar. То есть эта информация у нас скоро появится внутри личных кабинетов, и любой из вас может, скажем так, приобрести билеты, либо, скажем, участвовать онлайн, либо приехать, скажем, там, правда, всего до 100 человек будет иметь возможность присутствовать лично на тренинге, который будет проходить в Бельгии, в Антверпене, в городе. Вот. И, конечно, заглядывайте на страницу нашего расписания событий внутри личного кабинета либо на сайте, то есть у нас продолжается многоязычное вещание в вебинарной комнате, да, у нас, вы заметили, 24-языковой сайт, то есть мы охватываем все больше и больше территории, у нас приходят инвесторы, скажем так, из экзотических стран, вот сегодня речь шла, скажем, о такой стране, как Суринам, то есть, возможно, появится региональный куратор в этой стране и так далее, и так далее. Так, друзья, давайте перейдем к вопросам, если таковые есть. Когда будет такая возможность инвестировать на SkyWay токен? Вот, друзья, мы все с вами ждем. Хороший вопрос. Мы ждем информации от главной компании, от разработчиков блокчейн-платформы SkyWay. Да? Вы помните, что у тех людей, которые инвестировали и попали в первые 50 тысяч человек, есть возможность токены поменять на доли. Остальным было сказано так, те, кто не попал в эти 50 тысяч человек, ждите момента, скажем так, при ICO, и тогда уже можно будет за денежные средства, по всей видимости, да, это будет криптовалюта какая-либо, это может быть биткоин, там, я не знаю, эфир, либо что-то еще, можно будет приобретать токены SkyWay. Точная дата, я вам сейчас просто сказать, ну, поймите правильно, я вообще не люблю никогда что-то придумывать и обещать. Вот, я привык работать с той информацией, которая есть. Ну, возможно, есть кто-то из вас, кто это может подтвердить. Как только у нас появится информация о том, что вот запускается блокчейн-платформа, более того, я скажу, вы знаете, в момент запуска работы, да, в данном направлении было сказано так. Когда будем близки к тому, чтобы запускать блокчейн-платформу при ICO, каждый из тех, кто, например, поменял доли на токены, он получит письмо, в котором будет подробная инструкция, что необходимо будет сделать. Возможно, я предполагаю, да, что на какой платформе открыть криптокошельки, какая там криптовалюта будет использоваться для приобретения токенов там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как нам было сказано руководством компании, что подробная инструкция всем тем, кто токены поменял, у кого будут личные кабинеты на сайте SkyWay Token, вы ее получите. Вот. Поэтому мы этой информации ждем, но не то, чтобы мы вот пришли на работу там или где-то с утра до вечера ждем, ну когда же оно появится, да, ну... Друзья, есть над чем работать, есть время для того, чтобы поработать в направлении, скажем так, реализации технологий привлечения инвестиций традиционным способом, которым мы работаем уже более 4 лет. Хотя я вас понимаю, действительно есть огромное количество людей, я на своих вебинарах говорил, да, что выход нашей компании на работу с блокчейн-технологией, да, вот использование блокчейн-технологии, блокчейна, точнее реализации нашего проекта, он положительный с точки зрения, что огромное количество людей сегодня крутится в индустрии криптовалют. И они другого ничего не видят, да, они вот хотели бы, скажем так, работать только в этом направлении, потому что считают, что все остальное будущего не имеет. Это большой рынок людей, как только эта возможность появится, я вас понимаю, вы сможете легко рассказывать о том, что можно стать владельцем токена SkyWay, приобретая его по тому, скажем так, курсу, который будет выставлен. Сегодня пока вот, если вот по обмену и так далее, можно сказать, что стоимость токена 50 центов Соединенных Штатов Америки. Ну, если вот это будет двигаться в том виде, в котором это есть сейчас. Как это будет на самом деле на ICO, мы с вами увидим. Так, что еще тут? Я посмотрю еще вопросы, какие были. В принципе, их, наверное, немного, да? Так, почему уже 3 года строим, а мирового прорыва нет? Ну, в принципе, я опять же, хороший, конечно, вопрос, но поймите правильно. Дело в том, что технологии... Любые технологии, да, и тот же автомобиль, он не один десяток лет там завоевывал это, и железные дороги в свое время, и так далее, и так далее. Ребят, 3 года для внедрения, по сути дела, новой инновационной транспортной технологии, она отличается от автомобилей, отличается от железнодорожного транспорта и так далее, это не такой большой срок. И нами сделан действительно объем работы громадный, и мы сегодня уже строим дороги, да, но прорыв, я не знаю, что вы называете прорывом, да, все страны сегодня строят автомобильные дороги, да, железные дороги в силе, наверное, нет, потому что есть огромное количество стран, экономики которых загибаются, и они
И железные дороги, например, сходят на нет. Я никого не хочу обидеть, но, например, вот там та же Украина, да и Российская Федерация в целом ряде регионов, да, там отменяются электрички, еще чего-то и так далее, так далее, так далее. Поэтому 3 года вот мы строим, и до сих пор нет мирового прорыва, друзья, но это же совсем немного. Радуйтесь, что за 3 года мы сделали так много, что Объединенных Арабских Эмиратов на нас обратили внимание, мы сейчас там строимся, и это будет приносить деньги в вашу копилку в том числе. Переводчик арабского языка. Вы знаете, ну пока вот с арабским языком, я вот работаю с языками, выкладываю информацию, сегодня, вот, например, целый день выгружал информацию по тренингу, ну, непросто, не зная языка, да, выложить информацию на 23 из них. Так, почему Siemens потратил только на сертификацию? Да, ну вот видите, отвечает даже. Спасибо, Вячеслав, что Siemens только вот 15 лет сертифицировал один из видов транспорта, понимаете? А вы тут 3 года, почему мы не вышли? Ну, вы знаете, в планах, да, группы компаний Skate, вот вопрос касаемый, что когда мы 15 этап закроем, и стоимость будет $1 США. Да, мы к этому двигаемся, то есть будут пакеты, где $1 США, но по мере реализации проекта, по мере того, как технология будет реализовываться, ценность, наверное, этого всего в дальнейшем будет диктовать уже рынок, да? Но смотрите, есть интерес в Эмиратах, мы сейчас там строимся. Как только будут положительные результаты, как сказал Анатолий Дарчуницкий, нам сразу, скажем так, поступает огромное количество предложений целого ряда стран. Вот. Соответственно, вероятность того, что и доли будут расти в цене, и токены, кстати, которые привязаны к проекту непосредственно в Объединенных Арабских Эмиратах, она очень высока. Гарантирую вам 100%, да, что, скажем так, мы находимся до сих пор в краудинвестинговом проекте. Он до сих пор относится к рискованным проектам. Да, и сказать вам на 100%, что мы завтра уже всем будем раздавать там дивиденды на ваши доли, это было бы, наверное, некрасиво и неправда. Но, тем не менее, в сравнении с тем, что было в 2014 году, нам не то, что есть чем похвастать, да? Вот. Нам, наверное, даже есть за что гордиться, то, что создано на сегодняшний день. Поэтому придем мы к этому доллару, и в дальнейшем есть, скажем так, другие спикеры, которые рассказывают о том, что через короткий промежуток времени акция будет, доля может стоить там, и $2, и 5, и так далее, и так далее. Но вероятность того, что она будет стоить доллар и потом начнет расти, очень высока. Так, благодарю. Так, больше вопросов. Смотрите, вот вопрос, к частью какого инвестиционного центра мы стали в Шарже? Ну, в принципе, в Эмирате Шарже строится современный техногород, так называемый, да, и частью этого техногорода будет являться и наш инновационный центр Skyway. Об этом вы легко можете найти информацию, просто зайдя в новости там ноября-декабря, там их несколько, да, там есть даже и ссылка на видео, где показан и наш инновационный центр, который будет построен, скажем так, в техногороде под Шарджей. Эту информацию достаточно легко найти. Я думаю, что вот сейчас я вам буду рисовать картинки и так далее. Вы просто своими глазами все это прочтете и увидите. Итак, друзья, следующий вебинар у нас будет на следующей неделе, в понедельник. Следите за информацией, которая будет и на этой неделе. У нас в среду должен быть Алексей Суходоев, потом Владимир Маслов, да. Есть вебинары, проходящие на целом ряде языков европейских, например, и есть вебинар, который проходит, например, для региона Вьетнама. Заходите на сайт, заходите в личный кабинет, находите информацию, слушайте эту информацию. Приглашайте партнеров потенциальных, да. Предоставьте просто людям возможность узнать о том, чего они не знали вчера, и стать частью нашего проекта, который изменит в лучшую сторону их жизнь, ну и вашу в том числе. Потому что вы, благодаря вам, этот человек, скажем так, изменил свою жизнь. И, кстати, есть высокая вероятность того, что вас еще за это поблагодарят. Человеческое спасибо порой, ну, так хорошо согревает душу, даже больше, чем найденные $100 либо $200. Понимаете, да? Чего я вам и желаю. Итак, друзья, я так понимаю, что вопросов у нас в чате в социальных сетях фактически нет, да? Вот, поэтому... А, хотя нет, подождите, что-то мне написали. Так, когда серийное производство? Ну, как нам говорили, вопрос, когда будет серийное производство? Как нам сказали руководство, да, и были новости, что к мелкосерийному производству мы готовы, но вот когда будет действительно большая востребованность в выпуске, скажем так, большого количества транспортных средств и так далее, тогда будет вестись речь о том, чтобы использовать, возможно, производственные площади, находящиеся на территории тех стран, где мы будем строить. Я думаю, все это быстро и легко реализуемо.
Ну, вы знаете, вопрос касаемый, как решается возможность предотвращения столкновения нашего транспорта с птицами или квадрокоптерами. Да, тут я могу сказать глупость, наверное, там, что мы не так высоко забираемся, где летают там косяки птицы и так далее, хотя периодически действительно происходит столкновение тех же самолетов, попадание какого-то количества птиц там в двигатели и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но по большому счету, тут, наверное, будет принимать участие активные системы управления интеллектуальные и так далее. И плюс ко всему, ну, я не знаю, если транспортное средство перемещается со скоростью 500 км в час, ну, какое количество птиц, например, захочет, скажем так, быть на... Кстати, вот если мы еще раз с вами рассмотрим ситуацию, смотрите, как часто происходят случаи попадания там птиц и столкновения вот тех же самолетов с птицами. Ну, это достаточно, это даже, наверное, реже, чем просто самолеты падают, да? Вот, таким вот образом. Ну и смотрите, если говорить вообще вот аварийной ситуации, которые касаемы, это просто чисто вот я по логике инженерной рассуждаю, да, турбины там, в которые попадают самолеты, точнее птицы и прочее-прочее, они открыты, это может произойти. Заметьте, двигатель, который стоит у нас в транспортных средствах, он не открыт, вот, соответственно, скажем так, препятствия работы двигателю, там, либо мотор-колесо, либо то, что будет использоваться, в принципе, не будет никакого. Ну, вот это то, что я вам могу сказать сейчас. А в Питере было обещано сделать. Смотрите, было обещано, был рассмотрен проект. В Питере было обещано сделать, скажем так, от аэропорта до метро. Этот аванпроект предложен Анатолием Эдуардовичем Юницким уже очень давно. Да, то есть это было там несколько десятков лет назад. И есть... проект, он предложен, но, скажем так, мы сами просто прийти и строить не можем, да, начать. Вот, мы с удовольствием можем работать с руководством тех регионов, которые хотят использовать технологию у себя. Если будет, скажем так, проявлен интерес и реально будут люди готовы строить там дорогу, я думаю, все это будет реализуемо. Вот таким вот образом. Что еще? Знаете, я хотел бы вам задать вопрос, коллеги. Вопрос касаемый того, что какие бы темы вы хотели слышать на вебинарах, да, вот, что бы вы хотели обсудить, возможно, мы можем организовать вебинары, в которых просто может идти обсуждение какой-либо темы. Я вам буду очень благодарен, если вот сейчас те, кто находится в нашей вебинарной комнате, просто напишут, да, вот то, что интересует людей вокруг вас, те вопросы, которые чаще всего вам задают. Вот. Что касаемо, может быть, технологий, либо чего-то еще, да, может быть, тема инвестирования больше интересует людей, какие способы инвестирования есть и так далее, и так далее. Что касаемо, что конкретно за здание сейчас строится, вот я Руслану отвечаю на этот вопрос, я вам сейчас сказать не могу, но зайдите непосредственно в новость, где рассказывается о строительстве в Объединенных Арабских Эмиратах, там показан, да, инновационный центр, который будет строиться. Вот те здания, которые вы видите в том ролике, да, то, что рассказано непосредственно на страницах этой новости, это сейчас и строится. Там будет строиться городская трасса, там будет строиться грузовая трасса SkyWay, где будет демонстрироваться возможность грузового транспорта. Там же в дальнейшем на территории Объединенных Арабских Эмиратов будут использованы технологии по применению юниконтов, да, перевозки контейнеров и прочее, прочее. И высокоскоростной SkyWay в том числе. То есть в планах в дальнейшем еще, скажем так, достроить дорогу между Эмиратами и продемонстрировать, что из себя представляет высокоскоростной SkyWay. Поэтому там все это планируется строить, и там идет сейчас активное строительство. Итак, друзья, судя по тому, что... сейчас еще вот буквально посмотрю. Скажите, ваше видение возможного развития, когда выйдем на IPO? Алекс, ну, касаемо IPO, мы поначалу, когда говорили о том, что вот, привлекаем инвестиции, наши цели выйти на IPO и так далее, смотрите, раньше, чем мы, скажем так, дошли до конца 15-го этапа, у нас сейчас началась стройка, и у нас сейчас могут идти авансовые платежи, да, конкретно под конкретные, скажем так, строительство и так далее, и так далее. То есть серьезные деньги. Поэтому процедура IPO, она может быть отодвинута, да, то есть она не настолько сейчас востребована, потому что, по сути дела, IPO – это... привлечение больших сумм денег для того, чтобы технология реализовывалась. То есть, если у нас будут адресные проекты, где будут выделяться огромные суммы денег для того, чтобы просто строить там, нужно ли нам будет при помощи IPO там привлекать, скажем так, дополнительные средства для того, чтобы мы эту технологию развивали? По поводу расчетов по увеличению, скажем так, стоимости акций. Смотрите, они есть, их можно найти.
Но давайте так, это все на уровне предположений, потому что все равно, как бы мы не хотели, в итоге конечную стоимость долей там, да, или акций, когда, если мы выйдем там на биржу и так далее, будет диктовать рынок, коллеги. Интересно на инструменты работы с новичками. Хорошо, хорошая тема, да. И сейчас, кстати, вот у нас, Вячеславу отвечу, что ведется работа и руководство, скажем так, и члены правления и так далее, они разрабатывают систему, скажем, для того, чтобы можно было с нуля взять любого человека и в дальнейшем вести его, вводить в бизнес и развиваться. Дай бог, это все сейчас будет доделано, додумано, и мы в итоге получим встроенную систему работы с людьми для того, чтобы успешно строить сети, доводить информацию, обучать людей и так далее, и так далее. Работа в этом направлении тоже ведется. То есть юридические моменты, да, интересуют. Пишите, какие юридические моменты интересуют, чтобы мы потом могли на них ориентироваться. Это вот пишите в этом чате, мы эту информацию потом возьмем и будем обрабатывать. Берег, появится возможность тогда, когда, скажем так, эта возможность появится. Передачи, подарить там и так далее. Сейчас есть случаи, я не хочу вот на них заострять внимание, но есть страховые случаи, так называемые, да, там наследственные дела. К сожалению, не все, скажем так, живут вечно, и молодые иногда уходят, и пожилые люди и так далее. У нас есть конкретный механизм передачи долей потомкам тех, за кем они были, да, но как только будет предоставлена возможность, когда закончится, возможно, 15 этапов, и доли получат, скажем так, свободное хождение на биржах, тогда появится возможность передать эти доли, подарить там, я не знаю, продать в конце концов и так далее, и так далее. Вот дождемся этого момента и получим данную возможность. Вы знаете, расчеты вы можете поискать, конечно, на YouTube. Там есть целый ряд людей, которые делали расчеты стоимости долей, предполагаемых там, к 2025 году, к 2030 году. Вы можете посмотреть расчеты дохода, да, компании в документе под названием «Бизнес-план». Он есть внутри личного кабинета. Там, по-моему, до 2030 года рассмотрены два варианта. Пессимистический, оптимистический. Получение дохода, какие, скажем так, деньги пойдут на дивиденды и так далее. Вот там вы это все можете найти. Маслов, да, по четвергам уделяет внимание этой теме, но опять же на 100% вот говорит, что, ребята, я вот тут рассчитал, это будет столько, то не может пока сказать никто, вы понимаете, да? Как никто в 70-х годах не мог предположить, сколько долларов там будет стоить одна доля, например, одна акция того же Apple. Вот, она выросла, вы знаете, там в разы и так далее, и так далее. И даже в десятки раз. Хорошо, что вы пишете, спасибо тогда. Вот вы оставляете свои комментарии, если не ушли еще из комнаты. Мы потом зайдем в комнату, скажем так, вытащим ту тематику, которая вам будет интересна. Я же на следующий вебинар, вероятность самая высокая, выйду в понедельник. Да, появится ли у нас еще дополнительный вебинар, об этом мы тоже вас обязательно повестим и будем держать вас в курсе. Рад снова, скажем так, общаться с вами, рад тому, рад доводить информацию до людей, которые впервые либо там только-только пришли для того, чтобы стать совладельцами пакетов долей. Вот. Всегда рад с вами общаться. Здоровья вам, любви и денег. До новых встреч на наших вебинарах. Спасибо вам большое за ваше внимание. До свидания.